Скажите, вы, я так понимаю, жили здесь, живете здесь? Живем. Скажите, а вот там, где сейчас разбирают завалы, кто-то жил? Мы жили там, там же работали. Вы в момент обстрела где были? В квартире. За стенкой? В коридоре. В коридоре. На кухне сначала меня кинуло туда, в коридор. Я на кухне была. Ну, а при следующей это в коридоре было. Вы бежали после этого на улицу, да? Ну, да. А много людей жило в вашем подъезде? Самое больше. Пострадали ваши дома? Ну, квартира пострадала на первом этаже, там стекла вылетели у девочки, она уехала за границу, а ключи у меня, вот подшефная квартира. Я теперь поняла, что только подшефная. Да, 15 квартир подшефных. А вы в момент обстрела, у вас квартира не пострадала? Нет, мы дальше были, слава богу, слышали очень шумно, очень сильно, но мы были в другом квартале. Я выше в доме жила, как раз видела этот взрыв. Я поняла, что это прилет в дом был. Все на глазах. Все получит. Это жить. Теперь как-то страшно оставаться в своей квартире что-то как-то. Мне кажется, страшно оставаться теперь, в принципе, славянским. Да как-то лето выдержали. Летом было тоже страшно. Конечно, сегодняшний день просто не знаю. Настоящая страстная пятница, понимаете? Это летело со всех сторон по городу. И я не понимаю цель вот этого. Это же тут ничего ж нет.